реконструкцию мы с вами говорили. План. Вот он на федеральную целевую программу вошел проект. Строительство. Да. Строительство. Строительство или реконструкция. Стоимость проекта в целях 14 года. По времени, когда у нас это пойдет? До 2020 года, да? До 2020 года, да. Пока год там не определен. Ну, то есть нам нужно, вы сказали, обновить ПСД, полностью да. Проект обновить, да? И провести главэкспертизу. Ну, потом уж, когда уже будет более-менее что-то готово, подскажете, выйдем на Питер, попросим, вот кто тоже. Я думаю, что в этом плане помогут. Давайте побыстрее, чтобы в плане у нас это все было отфиксировано. Чтобы мы понимать, что у нас 15, 16, 17 год, что просто Это мы косметику и все, вот окна это мы сделаем летом, мы уже запланировали, это в бюджет внесено города. Речь идет о пристройке, потому что если будет сделана пристройка, это будет новый как бы этап развития дома бокса, потому что там и гостиница для детей будет, там будет новый зал, то есть это будет правильно для развития этого учреждения, которое с такой историей. Да, дополнительно два зала еще появятся. Вот Рима Вильна подсказывает, что насколько в пятой школе в этом году открыли 6 работ, 6 тренеров, дополнительно 6 групп по боксу. Их не было, да, потому что немножко так вид спорта, когда отменили шлемы, то родители не так охотно. А сейчас опять пошло, да? Нет, все равно ведут, потому что созданы условия, хороший тренерский состав. Я хочу сказать, что знает изнутри, потому что он занимался на двоицах было дело нашего любимого тренера Альберта Степановича Лайкачева. У него спорт начинался с бокса, потом перешел на хоккей. Так? Или наоборот? Наоборот, значит, была сначала спортивная гимнастика, гимнастика. Затем был бокс, а затем, значит, хоккей. Да. А потом мы что-то подстрелили. Вот мы на двоицах проводили турниры боксерские памяти Альберта Степановича. Ну, сейчас несколько финансирования, как бы, сложности все. Вот сейчас в этом году собираемся возобновить турнир памяти Левина, которого 22 июня, значит, будем проводить. Мы его проводим, но мы сроки перенесли. Леонид Григорьевич родился 22 июня, с начала сезона. Так что у Рашида Думаровича особое отношение к боксу и хоккею. Пойдемте, зал большой. Пойдемте посмотрим второй. Поздоровались. В данном зале работают только ребята по 10. Ну хоть покажите, чем мы вас научили. Какие азы знаете? Все как источные часы. Представляете? Прямой кистевой выброс. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Руки назад. Внутренний кистевой выброс. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Внешний кистевой выброс. Раз. Выброс. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги вместе. Руки назад. Стойка у крестовы. Левая нога. Раз. Бусы. Два. Правая нога. Три. Что ты хотела бы, чтобы здесь в этом зале изменилось? Чтобы боксеров не было. Ух ты, моя хорошая. Значит, надо зал, значит, отдельный. Надо отдельный зал. Отдельный зал. Хочешь отдельный зал заниматься? А это твои подружки здесь, да? Почему?
спасибо, занимайтесь.